Студия Владимира Матецкого. Уже в других историях биться вон себе напоминать, что моя любовь — это не твоя вина. Уже в других историях биться лбом себе напоминать, что моя любовь — это не твоя вина. Пусть тебя хранит могучая стихия, пусть меня спалит твоя неодолимая химия. Oh,
Добрый день, дорогие друзья, еще раз. 14.12 московское время. Как обещал, сегодня у нас гость, певица Татьяна Зыкина. Здравствуйте. Таня. Да. Дорогая. Ой. Очень симпатично прозвучала эта песня, ты знаешь. И удивительно то, что я сегодня утром слушал песенки твои и для себя делал всякие заметки. Так. Опасно. Да. И вот такая у меня штука, вот чтобы ты видела, что я тебя не обманываю. Бог с тобой, равноценность – не вопрос. Не важна. Да. Так. Ведь моя любовь – это не твоя вина. Равноценность не важна, ведь… не туда посмотрел. Равноценность не важна, извини. Ведь моя любовь – это не твоя вина. Так. Так равноценность, скажи мне, важна или не важна? Первый вопрос. Ну, не важна. Получается, что не важна. Нужно же за свои слова отвечать. Значит, ты не феминистка, да? Нет, я не феминистка. Абсолютно. Я, наоборот, домостроевец. Просто часть меня, естественно, с этим борется с детства. И там, ну, с какого детства? Там, лет 16, с первой любви. Казалось, что должны служить мне тоже. Ну, служить в хорошем смысле. Я вообще люблю очень это слово «служение» и «служить». Вот как бы, что… Ну, оно широкое, это слово, да, туда много что входит. Вот, и очень полезно, мне кажется, очень полезная практика в жизни, очень полезный опыт – это любовь неразделенная. Неважно, люди могут даже жить вместе, она просто будет не совсем равноценная, эта любовь, и это даже мучительнее, чем когда вообще ты отвергнут полностью. Ты попала в точку. Я вчера ходил на спектакль «Сирано де Бержерак» в… В театре Вахтангова с Максимом Сухановым. Эта пьеса, как известно, посвящена как раз этой истории, когда один человек подменяет другого, пишет стихи, и на эти стихи, на эту поэзию сердца реагирует героиня, а выясняется потом, что это писал другой человек, и это трагедия, но человек, который писал, который любил, он счастлив всю свою, как говорится, жизнь. Хотя да. Он не получает вот этого равного ответа. Но послушай, еще тогда такая интересная штука. Ведь часто про творчество девушек, которые поют и которые сами пишут материалы, пишут достаточно серьезные, ответственные стихи. И я тебе скажу, что ты успешно пытаешься это делать и делаешь. Спасибо. Вот. Их всегда обвиняют, не то что обвиняют, всегда им предъявляют то, что они пишут женские песни. Наверняка тебе это приходилось слышать. Скажи, конечно, вот про, конечно, это, расскажи. Ну, я не вижу в этом, как сказать, оперативной составляющей. Для меня это не критика. Ну да, это естественно. Как, да, это женская как критиковать? Песня. Ты женщина, ты пришла в платье, в серьгах, это ненормально. То есть, ну а что это? Что я могу предложить? У меня был опыт, наверное, длиной во много-много лет, когда я жила совсем другой жизнью, и у меня совсем не было желания писать... Поясни другой жизнью. Поясни. Ну вот у меня была совсем другая личная жизнь, совсем по-другому себя ощущала. И мне не было желания страдальческие вот все эти темы выдавливать. Однако недавно, в очередной раз, наткнувшись на мысль о том, что у всех баб все одинаково, я читаю книжку сейчас, называется «Дорога перемен». И вот ты читаешь про женщину в сотый, миллионы, тысячный раз. Вот у нее глаза сияли укором, не сияли, там, пылали укором. Ты понимаешь, что они, ну, вот, это обычные истории, что вот, значит, женщина, вот у них отношения. И у всех одна и то, у всех одни и те же косяки. Там разные люди, разные участники всех этих историй, но косяки у всех примерно одинаковые. Примерно одни и те же вещи люди друг другу предъявляют. Примерно одни и те же претензии обеих сторон. И примерно, ну, историй, на самом деле, сюжетов немного. И поэтому... Я тоже живу в этом мире, и я понимаю, как узок мой тематический коридор, я очень хорошо это понимаю, и каждый раз, садясь за новую песню, я думаю, вот, Зыкина, вот ведь вот опять оно прет из тебя. Ну, ты права, что это бесконечно, и... Меня в свое время очень рассмешила фраза одного поэта известного, вот, который сказал: вообще, как люди сегодня пишут о любви? Я эту тему закрыл, я все написал о любви. Не могу назвать его имя, вернее, это будет некорректно, вот, потому что это достаточно известный человек, даже очень известный. Но вот он сказал такую фразу: я закрыл тему. Это гениально. Это гениально просто, это смешно, понимаешь?
Да, это не закрывается. Слушай, но женские стихи, они ведут к тому, что в зале сидят женщины, в зале сидят девчонки. Как ни странно, нет, я бы не сказала. И даже наоборот, когда я усилила вот эту женскую тему у себя... Появились гомосексуалисты. Не только, просто появились мужчины, которым не безразлична эта тема. Их немного. Собственно, точно так же, как просто безотносительно... музыки и стихов. Не так много мужчин, которые интересуются, что же у женщины за душой-то есть. Но они есть, эти люди. Они интересуются, о чем она думает, в чем причина ее печали, не покидающей. Но у нас страна восточная, ты понимаешь? Это да. Ты это понимаешь? Ну да. Устройство восточное. Да. И по этому поводу можно грустить, не грустить. Это такая, как бы, данная... субстанция, понимаешь? Вот так это происходит у нас. Да. Конечно, женщины многие, которые это чувствуют, понимают и по этому поводу переживают, у них возникают различного рода вот диссонансы, скажем так. И с одной стороны, ты понимаешь, что ты на своем месте находишься, это то, чего ты хотела, и это определенно как бы вот то дело, которым ты хочешь посвятить свою жизнь, имеется в виду семья, дети, там, служение, опять же, мужу и дому. Но вместе с тем никак невозможно заглушить внутри голос, который пытается скорлупу разбить и куда-то там проклюнуться. Но вот в этом, наверное, это и есть почва для того, что, в принципе, во мне что-то бурлит, и я что-то делаю по творчеству. Тань, скажи мне, такой странный вопрос. Ты довольна своей внешностью? Нет, боже. А как ты относишься ко всем этим современным инстаграмовским... фотографиям, вот к этим губам бесконечным. Это почва для женщин. Ой, красотка, красота, красотуля. Вот ко всему этому. Ну, это почва для желчи, конечно, бесконечной моей, я имею в виду. А в принципе, я это дело очень люблю, имеется в виду, осуждать, клокотать. Потому что, ну, меня, как бы, это скорее, если отбросить все сантименты, отбросить все эмоции, что «О, это все ужасно», меня тревожит по-настоящему, вот серьезно очень тревожит только то, что, когда вырастут мои сыновья, для них... будет естественная женская красота без прокачанных губ и всех прочих выпуклостей тела, она для них будет недоступна. То есть они даже не будут знать, что это такое. Где, то есть дана девушка, у которой, в принципе, уже тут подкручена, тут подкручена, и для них это будет естественно. Таня, ну-ка скажи свое мнение. Но это тоже... Ты с нами или нет вообще? Ваня, честно скажи. Слушаю. Ты с нами? Это да. Татьяна Зыкина, твоя тезка, в конце концов. Ты девушка молодая. Прекраснейшая Татьяна, волшебная наша. Да, Тань, но ты считаешь, что это направление, по которому идет человечество, оно безнадежно, я бы так сказал. Да, мне кажется, да. А возможно развороты какие-то, как ты думаешь? Вот смотри, я тебе сейчас поясню такую штуку. Вот существует как бы два вида сегодня цивилизационных направлений, да? Западный мир существует. Это ты мне показываешь? Что значат эти знаки? Некий разворот буквально на 30 секунд. Давай, делай. Так вот, рядом со мной две очаровательные Татьяны и Татьяна Зыкина, напоминаю. Таня, я о чем подумал? Мы вот сейчас раз и начали говорить достаточно серьезно. А ведь надо музыку слушать. Давай дадим перебивку нашему серьезному разговору. Дорогие друзья, мы к нему сейчас вернемся. Но я внимательно посмотрел твой сайт, посмотрел релизы твои, посмотрел твою вот эту эпишку, несколько песен, там, 5 песен, по-моему, «Химия». Последняя, да? Собственно, релиз. Да, мне все это понравилось. Я слушал, как всегда бывает, такая у меня не раздвоение личности, а распятерение личности происходит. Потому что я слушаю как просто вот человек, я слушаю как радиоведущий, поскольку знаю, что ты ко мне придешь, слушаю как продюсер, который понимает, что если человек что-то делает, и он находится в профессиональном, твою мать, шоу-бизнесе, извини меня, то он должен делать на победу и на успех. У меня тут же к тебе миллион замечаний. Мне есть что ответить. Понимаешь меня? Отвечай. А я думаю, музыкальная перебивка. Thank you.
маяк. Это мы. Это про нас. В теплой тишине я мягко таю, ускользаю из телесной тесноты. Сердце всей автомобильной стаи бьется ровно, мы стоим, но мы в пути. Вот бы эта пробка длилась вечно. Ты на нервах, и прости мне мой покой. На Варшавке под дождем столичный. Ценно время просто быть с тобой. По дороге домой быть с тобой. Имя моему Богу любовь. Я хочу запомнить себя такой здесь и сейчас. Я знаю, будут разные еще времена, но даже со дна хочу однажды, спасая себя, вернуться сюда. У памяти счастье одолжить, веру освежить и дальше жить. Хочу запомнить себя такой здесь и сейчас. Я знаю, будут разные еще времена, но даже со дна. Я хочу однажды, спасая себя, вернуться сюда. У памяти счастье одолжить, веру освежить и дальше Я напоминаю, в гостях сегодня Татьяна Зыкина. Это новый релиз, это EP-шечка, то бишь это пять вещей. Вторая часть, вторая EP-шечка выходит буквально скоро, да? Да, расскажи, мы сейчас записываем. Пожалуйста. Я не знаю, как будет называться. Это, скорее всего, будет, может быть, уже и не EP, это будет уже полный альбом, включающий первую часть «Химии» и, собственно, вот оставшиеся шесть песен. Угу. А, я пока не знаю, как он будет называться. То есть сначала на «Химии», а потом с «Химии» вернулась ты. Знаешь, такая формулировка «на химии». На химии. Была на химии, сейчас с химией вернулась. Ну, это не знаю, вернулась ли, но, в принципе, по направленности песен, скажем, темповой, вторая часть альбома будет гораздо больше в груве, чем вот Аптемпо, по-английски «аптемпо сонгс», да. А в груве это прям по-русски. Абсолютно русское, даже. Да, но я думаю, что...
Ты прекрасно знаешь, вот все радиостанции, они отдают предпочтение темповым песням. Это ты, конечно же, это знаешь. И когда приносят артиста на радиостанцию, причем это во всем мире существует эта практика, приносят медленную песню, то все начинают... Она неудобна по хронометражу, она всегда длинная. Абсолютно. С ней ничего не поставишь никуда, это беда. С другой стороны, вот я слушаю то, что ты делаешь, и я тебя понимаю. Тебе не хочется прогибаться. Тебе хочется... Что значит прогибаться? Ну, вот, пожалуйста, принесите песню нам темповую, на 122 где-то темп, вот посадите ее вот на это, вот. Или сделайте, Татьяна, сделайте ремиксы на эту песню, приносите нам ремиксы. Ты это слышишь, нет? Нет, сейчас же по запросам никто, мне кажется, не работает. По запросам, может быть, работают большие какие-то артисты, кому реально просят, вот, принесите новую песню, но мы хотим, чтобы была она такая-такая. У артистов категории моей никто ничего не просит. То есть мы делаем то, что мы хотим. Вопрос в том, чего хотим, потому что Это к вопросу о селфи, к вопросу о вот этих всех губках пью, то есть фотографии. И я вижу в этом только постоянную потребность в лайке, неком глобальном лайке. И если то же самое касается музыки, и потребность твоя заключается в том, чтобы тебе дали лайк, неважно, будет это лайк от программного или музыкального директора радиостанции, или это будет лайк тысяч человек, если ты на это нацелен, и если ты изначально все это делаешь с мыслью о том, что на тебя будут смотреть, ты все время наблюдаешь себя со стороны, так, я сейчас вот так спою, потом вот так, а вот они так услышат, они так воспримут. И к моменту, когда песня уже готова, сейчас, подожди, я сбилась с мысли, и если вот писать, исходя из этого, что я хочу, чтобы понравится, это совсем другая история. У меня это было первое, наверное, года 4 моей музыкальной жизни, и я сыта. А я напомню, что в гостях сегодня Татьяна Зыкина. Присылайте ваши вопросы, Таня, +7 967 103 5533. Хотите, позвоните 495-728-7171. А сейчас новости на маяке. Татьяна Зыкина. Таня, у меня вот какой вопрос. Кстати, спасибо слушателям. Я сейчас группирую ваши вопросы, обязательно их буду задавать Татьяне. У меня вот какой вопрос. Скажи мне, ты открытый человек или закрытый? Я не знаю, как мерить это. Я всех обычно сразу не люблю, а потом начинаю любить потихоньку открываться. То есть сначала ты на отрицалово идешь, да? Когда новый человек появляется, тебе тяжело. Мне не тяжело создавать иллюзию доброжелательности. В общем, это, в принципе, как в тонусе находиться. Да, в общем, это то, что ты сейчас и делаешь. Нет, сейчас, да? Правда, мне очень комфортно, и я не первый раз в студии, и мне очень приятно общаться с вами. Спасибо. Я не кривлю душой. Взаимно. Но если говорить о людях сложных и неприятных, прям очевидно неприятных, то первая моя реакция, конечно, я буду ходить с кислой мордой. Я не люблю скрывать недовольство. Если... что-то не по мне, особенно если я, скажем, в кругу своих людей, если что-то не по мне, я могу отравить жизнь прямо всем окружающим. Я эманирую, мне кажется, вот это какая-то женская черта, во-первых, а во-вторых, вот энергетически, как некоторым людям это присуще, когда человек эманирует воздух, что всем вокруг становится плохо. Ничего не говорит, ничего не делает. Мало того, есть люди, после посещения комнаты, в которой они были, цветы вянут, в буквальном смысле слова. Есть такие энергетические сильные люди. Я надеюсь, что со мной это не так, в принципе, как бы, когда постоянно. Я надеюсь, наоборот, все цветет и пахнет. Но если я хочу, если что-то не по-моему, то я знаю, что со мной очень тяжело находиться рядом, потому что я просто начинаю. А сейчас мы позвоним мужу Татьяны, который прокомментирует. Да, и очаровательные дети. Старший спит, поэтому звонить не будем. Звонить не будем. Тань, вопросов много, которые идут по кругу, которые, я понимаю, что ты проходишь постоянно. Я не знаю, как поступить, я тебе честно скажу. Поскольку я бы, как вот человек, к которому ты пришла в гости, некоторые из этих вопросов не стал бы задавать. Ты можешь сама сейчас смоделировать вопрос. Эти вопросы связаны с некой известной артисткой. Ох, это вечная тема. Да, и я еще раз говорю, давай я все-таки озвучу. Нет, легко, это без проблем. Да, почему? Потому что, если люди спрашивают... Это не кончится никогда. Да, я провоцирую людей задавать вопросы, и потом... скажите, Татьяна, вот аранжировки вашего последнего альбома. Вот вопрос народный. Татьяна, а часто ли вас путают и сравнивают по манере исполнения «Земфирой»?
Мне кажется, песни, которые прозвучали сейчас в эфире, они настолько далеки, насколько только вообще возможно. И если кому-то пришло бы в сравнении это в голову, это для меня было бы очень странно. Я абсолютно не удивлена, когда сравнивают ранний мой материал или как-то ранние песни. Мое раннее творчество. Раннее творчество, да. Потому что там было много гитары, там было много общих музыкантов. И, в общем, и тематически цеплялись какие-то истории, вот эти ну, женские. Это, мне это какие-то сложно сказать. Ну, может быть, да. То есть я, во-первых, я не очень в материале, а во-вторых, ну, как бы в своей кухне очень сложно как со стороны посмотреть. Да. Вот, что касается сейчас, мне это так кажется странно. У меня есть, что мне по-настоящему царапает, что мне по-настоящему неприятно. Это когда бесконечно приписывают несколько моих песен и... Мне кажется, я уверена, что она в курсе, и мне кажется, что было бы правильно, там, если бы это случилось со мной, и постоянно мне приписывали бы авторство чьих-то других песен, скажем так, конкурирующих артистов в этом сегменте. Понятно, что мы говорим о совершенно разных как бы категориях и величинах, но тем не менее в одном сегменте находимся. Ты мне начинаешь нравиться все больше и больше. Что я такого сказала сейчас? Ну, потом я прокомментирую. Давай, закончим мысль. Ну, короче, я говорю к тому, что можно было бы 100 раз рассказать, ребята, это не я, это не мои песни. Вот. Как мне кажется, было бы правильно поступить. А ты с ней не общаешься, у вас нет контакта? Нет, мы не знакомы никогда, не встречали, даже не были в одном помещении. Давайте послушаем еще песенку одну. Тань, давай, выбирай, какой трек из нового, из старого. У нас все под рукой. Из последнего полнометражного альбома, который называется «Я и мои ожидания», песня будет называться «Мистер Фокси». С простым русским названием. Абсолютно, да. «Мистер Фокси». Алоня сказал, у нас одна душа, и это видно сразу даже издали. И вот я убираю себя не спеша, хотя бы обезболить, если не спасти. Непонятно все, не первый год. Распад на верхней точке близости никуда не ведет, никогда не отпустит. Работу к тебе посмотрю, дорогу каблуками попробую. Давно уже не причастна, нутро мое твоим друзьям, здоровью и календарю. Не верится, но ты отдельный человек. Мне понятно все, не первый год. Желание из одной жизни сделать две никуда не ведет, никогда не отпустит. Никуда не ведет, но никогда не отпустит. Строю в своей крепости отчаянно, и врага в себе не замечаю, но упрямо горит в соленой воде нефрит. Все равно болит, хоть я не трогаю, как заноза самая. Мне зачем дружить? И так довольно те, кто слушает. А чтобы выпить и поговорить, теперь же есть новое лучшее. Куда и отпустишь, сдержав укор? Тебе понятно все, не первый год. Я просто клоун, и мой непокой никуда не ведет, никогда не отпустит. Сказал, у нас одна душа, и это видно сразу даже издали. Сухой закон нарушен, коньяк налит, им я и убираю из дома не спеша. И даже дважды уже порвав, мне понятно все, не первый год. Наш невыносимый режим родства никуда не ведет, никогда не отпустит. Никуда не ведет, никогда не отпустит.
крепости отчаянно, и врага в себе не замечаю, но упрямо горит в соленой воде нефрит. Все равно болит, хоть я не трогаю, как заноза самая глубокая, но я выбираю оставить ее внутри. Строю свои крепости отчаянно, и врага в себе не замечаю, но упрямо горит в соленой воде нефрит. Все равно болит, хоть я не трогаю, как заноза самая глубокая, но я выбираю оставить ее внутри. Ну что, я еще раз напомню, что в гостях сегодня Татьяна Зыкина. Тань, у меня есть вот какой вопрос. Скажи мне, какой у тебя самый ценный вещь в твоей жизни? Вот я имею в виду материальная какая-то штука. Какая-то самая ценная вещь. Без чего я... Материальная штука, без которой я не могу обходиться? Ну, мне кажется, телефон. Как почти... Ценный... Да. То есть в нем уже все. Мало ли, может быть, у тебя есть гитара какая-то. Нет, которая... если мне не нужен инструмент, чтобы сочинять, поэтому. А вот чтобы записать, нужен. Поэтому телефон. Ты ведь сначала идешь от стиха, правильно? Сначала да. Пишешь какие-то наброски, тексты, идеи. Я... Расскажи вообще, как ты пишешь. Я скорее... очень интересно. Я вот сегодня думала об этом, что я... у меня начинается со смысла. То есть я сначала понимаю, что. Что смысла нет ни в чем. Это да. И об этом, эту тему начинаю развивать, как бы в более узком ракурсе. А вот опять же, недавно пришла к этой мысли, что если учесть... Я осознаю, что квинтэссенция любой моей песни, любой, является, что везде одна и та же шляпа, везде. И смысл развивать эту тему снова и снова. Спросила я себя. Ну вот, тем не менее, как бы пишется, пока пишется. И я начинаю плясать от смысла. То есть у меня появляется в голове мысль, как бы сформулированная в нескольких словах, которые, мне кажется, могут достаточно музыкально звучать. И потом дальше это обрастает, соответственно, потихоньку и музыкой, и все. А кто занимается аранжировками, продакшеном? Я даже не знаю, как это сказать. Потому что нет человека, который там закреплен за этим. То есть, естественно, есть этапы. То есть у меня бывает, значит, непосредственно текст с мелодией. Я приношу мужу, говорю, вот давай запишем, тут надо демку записать, вот мы записываем. Муж! Да. Муж, вставай! А он у телевизора. Муж! Нет, он тоже в телефоне. Сейчас у телевизора уже никто не сидит. И мы записываем эту демку, и, как правило, если на какой-то активный период, когда мы можем позволить себе часто репетировать, мы приносим на репетицию, и уже все вместе с музыкантами думаем. Либо мы можем вдвоем дома это думать дальше. Но ты можешь сама что-то с ним вдвоем собрать, какой-то луп, какую-то. Да, конечно. Мы штучку поиграть. Даже, ну, достаточно много песен, которые я аранжировала совсем не под ключ, но так до предфинального состояния. Официальное заявление. Татьяна Зыкина, песни под ключ, свадебный. Да, дорого. Дорого, свадебный. Под ключ. Скажи мне, а для кого-то другого ты пишешь, писала когда-то песни для кого-то? Кто-то обращался да. к тебе? Тань, вот у нас тут музычка есть. Фа-на-на, фа-фа-фа-фа-на-на. Можешь слова сделать? Да, было дело. Расскажи. Это очень сложно. Особенно, если пишешь для знакомого, вменяемого, адекватного человека. Кто ж такой? Назови его. Ну вот есть, например, такой человек Макс Скворцов, который мне делал аранжировки. Первые, самые, которые даже не были опубликованы нигде. Он абсолютно безумный, и тем не менее, у него есть работа, и он для этой работы просил меня написать текст. Я очень долго страдала, очень долго. Ты не могла отказать? Нет, это был вызов самой себе. Мне очень хотелось подумать, вот побежу я, смогу я победить или нет. В конце концов, победила, и я ему отсылаю. Я говорю, ну что, если честно, я на сопле, я вся в слезах. Я так переживаю, я так эту песню вдруг внезапно полюбила. Хотя изначально был, ну, казалось, что я не смогу это сделать. Он говорит, я тоже в слезах, значит, все. Прервемся буквально на несколько секунд. Стертые, но я по дому вижу везде меловые контуры. Весь пол в очертаниях белых, я знаю, давно закрыто дело. Чужое присутствие, как призрак вцепилось в стены. Пойми, я год уже сплю с тобой. В
чужой для меня постели, я чую контур чужого тела. Пусть даже давно закрыто дело. Скажи ему, пусть уходит, все, что было здесь брошено. Сосут из меня свободу тени твоего прошлого. Хорошего и плохого, хуже, если хорошего. Снова лезу на стены я, и солнечного сплетения выбирается на поверхность ревность. Снова лезу на стены я, и солнечного сплетения черной кляксы по белым прелестям ревность. На песню будет, да? Нет, не будет. Я напоминаю, что в гостях Татьяна Зыкина. Тань, что-то час быстро пролетел. Я тебя, в общем-то, ни о чем не успел спросить. Вот так оно всегда в жизни. Пришло из Германии сообщение, которое я все-таки зачитаю. Дорогая Татьяна, мне очень понравилось то, что вы делаете, но я про вас мало что знаю. Конечно, я могу посмотреть в интернете, но, может быть, вы про себя скажете вкратце свою судьбу. Согласись, о, боже. Какое трогательное сообщение. Это реальное сообщение от нашего слушателя из Германии. Вот вкратце расскажи про свой путь. Вот как все это было, как ты приехала, как ты... Ну, вкратце это просто, как говорится... Приехала, победила, конец. До свидания, дорогие слушатели «Маяка». Но никак не прижиться тут мне. Не унести в пакетах то, что было здесь прожито. Избавь меня от приветов из нерушимого прошлого. И хорошо, и плохого, хуже, если хорошего. Снова лезу на стены я, и солнечного сплетения выбирается на поверхность ревность. Снова лезу на стены я, и солнечного сплетения черной кляксой по белым прелестям ревность. Лезу на стены я, и солнечного сплетения выбирается на поверхность ревность. Снова лезу на стены я, и солнечного сплетения черной кляксы по белым прелестям по своему волку в опустевшем логове.